Добрый день, дорогие друзья! Давайте сегодня мы с вами полюбуемся очень интересным зверем. Это гиена. У гиены сложился такой образ в фольклоре, не совсем положительный. Но на самом деле это зверь очень умный и ничем не хуже других. Да, в природе, конечно, гиены отличаются агрессивностью, но не поодиночке, а только когда они собираются стаей. Вот тогда они сильны, тогда они агрессивны и ведут себя очень даже порой нагло, нападая на более крупных хищников. И даже одинокий лев может стать жертвой для стаи гиен. Удивительно, друзья, но у гиен зачастую самки крупнее самцов и возглавляют стаи. Кроме полосатой гиены, у всех других видов главой стаи является самка. И в борьбе за лидерство самки дерутся очень жестоко, зачастую до смерти одной из соперниц. Эти уникальные животные могут поедать полностью добычу, включая кости. Поэтому у них помет очень богат кальцием и зачастую имеет вот такой вот белый цвет. Вообще, конечно, в природе наблюдать за ними очень интересно, что и делают многие ученые. И потом мы с вами смотрим великолепные фильмы про этих великолепных животных.